Привет, друзья! С вами снова группа ЧМД, и я ее лидер Смоленко Михаил. Вы знаете, что совсем недавно мы выпустили наш альбом под названием ЧМИ Аштип Тем. И это был ремейк нашего демо-альбома, который мы выпустили в 2007 году. А ЧМИ Аштип Тем – альбом, который посвящен средневековью и древнему прошлому нашей страны. И с этих последних событий мы решили не одриствовать, а заняться делом. И выпускаем своего рода продолжение этого альбома. Также мы перезаписываем наш демо-альбом 2007 года под названием «Сделано в Молдове». Будет называться «Фабрикат из Молдовы». Затронет он темы 19-го, 20-го и нынешнего времени, которые касаются истории нашей страны. Ждите совсем скоро!